Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Ванша Калпатару Вашеке Пасинду Бевеча Патитананг Павуне Бхавишнавибхьо Намо Намаха Муканкароти Вачаланг Пангунг Лангхайтигирим Ятке Патамаханга Банде Парамананда Бриндавай Тулсидев Вай Пиявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудирай Шанкиртане Кришна Катха Упадеш Гаурия Патрасья Пракасани Ча Садануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадакша Джагадварана Дейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатихам Панутапалли Бхавадипутам Банде Махапурушати Чарунаравиндам Ят Падапаллавана Качандамани Чатая Биспуриджита Кимапикапавадушва Дарши Пурнанурагара Сусагара Сарамурти Сарадхикамай Када Кипам Караш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шия Дхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шия Дхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджануламбита Бхужау Канука Бодату Шанкиртанай Капитару Камала Йотакшо Вишамбару Диджавару Джугадхарма Палау Банде Джагат Приякару Каруна Аватару Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пада Панкаджам Сура Сурайр Вандито Диппарупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманаго мадапхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджуша бадане Лакшмир яшача бхакшаши Ясастехидай самбихит Твам нишинга махам бхаже Харе Кришна 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 Харе 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 Рам
Ram Ram Hari Hari Jeva Mai She Kito Sauhidartha Jane Shudehan Tarabharti Keshu Gehe Sujayatma Jarati Matsu Na Priti Yukta Javadartha Shaloki Jevam ishe kipasukitasau hidartha Jane shudehan tarvartikeshu Gehe shujayat majarati matsu Na priti yukta javadartha shaloke Gaudiya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Gaudiya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами Такур Прабхупат Парамахамса Джагадгуру сказал, the object which we cannot see, the object we cannot realize, то, что мы не можем видеть, то, что мы не можем почувствовать, how it is possible for us to get in contact with that object? Разве возможно для нас войти в контакт с таким объектом? Шрила Прабхупада Парамахамса Джагадгуру сказал, что абсолютный объект, который мы не можем увидеть, который мы не можем понять, с которым мы не можем говорить, to make a relationship, I mean to get in contact with that object. Разве можем мы развивать отношения с таким объектом? Мы, люди материального мира, привыкли к материальным объектам, привыкли к материальным отношениям с детьми, с мужем, женой, отцом, матерью. Мы способны на такие отношения. Но разве можем мы развить отношения с тем, что никогда не видели? Для нас это невозможно. Потому что встает большой вопрос, существует ли вообще этот невидимый объект. Большинство людей, 99,9% и даже больше лишены веры. Они не верят в то, что увидеть не могут. И считают, что гораздо более практично сконцентрироваться на материи. Но они не понимают, что нашими материальными глазами можно увидеть далеко не все. They forget one thing. With these material eyes, we cannot see everything. What we can see? Что мы можем видеть при помощи их? Разве вирусы и бактерии мы способны увидеть ими? What we can see? It is impossible. We cannot see. Our sense organ acting within some limit. Наши органы чувств имеют лимиты, они ограничены. Точно так же, как ум, разум. Однако мы настолько горды, что считаем себя способными познать абсолютную истину. Но Шрила Прабхупада говорит, что существует лишь один путь. Путь к абсолютной истине. Шабда Брахман. То есть мы должны прибегнуть к помощи Шабда Брахмана. И при его помощи мы сможем войти в контакт с абсолютной истиной. А Шабда Брахман
нисходит в этот мир через гуру и вайшнавов. Шабда Брахман не летает где-то в воздухе. Нет, он имеет конкретный источник чистых преданных. Чистые преданные являются источником Шабда Брахмана. That's why Bhagavan going to depute his personal associate. Go there, catch fish. Bhagavan посылает в этот мир своих личных спутников, вдохновляя их: идите, идите и ловите рыб, которые плавают в материальном мире, приводите их сюда. Вспомните, Бхактивинода Тхакур пишет в киртане. О, Джива, зачем ты плаваешь по океану Майя? Что ты сможешь найти здесь? Существует лишь один способ, один путь — принять прибежище Шабда Брахмана. Веданта Сутра предоставляет нам точные формулы, точно как в математике. Но эти формулы очень сложные для нашего понимания. Именно поэтому мы должны прибегнуть к помощи садхугуру и вайшнавов, которые ясно объясняют, что подразумевается под той или иной шлокой. Гуру и вайшнавы являются источником Шабда Брахмана, и именно они могут объяснить нам точное значение шастр. Они имеют непосредственную связь с трансцендентным миром. Таким образом, через них мы получаем Шабда Брахман. Лишь благодаря шастрам мы сможем познать Бхагавана. Таков процесс. Прабхупад продолжает: если я приму прибежище Шабда Брахмана, это... То есть я должен принять прибежище такого саду, который обладает стопроцентной связью с Бхагаваном. Если эта связь не безупречна, мы не достигнем, не получим высшего блага. Когда ребенок рождается в материальном мире, Бхагаван устраивает так, что хоть ребенок, казалось бы, и не способен коммуникатировать с нами, но он, его органы чувств очень сильные, он хорошо слышит, хорошо видит. Таково, так устроил Бхагаван. Потому что он знал, что благодаря слуху дживатма, именно благодаря слуху дживатма может прогрессировать. Именно поэтому с самого рождения джива
имеет возможность слышать. И именно поэтому Гурупад Падма произносит мантру в ухо. Другими словами, в момент посвящения он дает нам Шабда Брахман, то есть самого Бхагавана. И произносит он мантру непосредственно в ухо, чтобы Шабда Брахман вошел в мои уши, затем проник в сердце и произвел там особые реакции. Реакции, которые способны сотворить чудо. И когда какая-то дживатма получает возвышенное общение, она вдруг начинает ясно понимать, насколько бессмысленна была ее прежняя жизнь. Например, Пингала, блудница Пингала. Благодаря общению с саду, мимолетному общению с саду, она поняла, насколько бессмысленна была его жизнь. Также важно, что Шабда Брахман недоступен повсюду. Существует не так много источников, где мы можем получить его. Лишь чистые преданные способны наделить нас Апракрита Шабда Брахманом. Но при условии, что мы действительно квалифицированы. Хотя бывают и случаи, конечно, они редки, когда дживатма и без всякой квалификации получает это высшее благо. Если мы возьмем божество Гауранги или изображение Гауранги и отвезем в Африку туда, где обитают африканские племена, конечно же, они не выразят никакого почтения божеству, потому что у них нет никакого представления, что это за божество, кто это. Из этого следует, что Вани Виграха, что Шабда Брахман более важен, чем Вани Виграха. Вани Виграха более важна, чем само божество. Потому что если Вани Гоура, то есть что такое Вани Гоура? Это наставление. Наставление, которое мы получаем через уста Гуру и Вайшнавов. То есть это то изначальное знание, которое вселяет в нас веру. Таким образом, Вани Гоура помогает нам понять, кто такой Гауранга. Таков процесс. Вначале нам необходимо услышать, и лишь потом у нас просыпается вера. Поэтому Вани Гоура важнее, чем сам Гауранга. Да, конечно же, они не отличны друг от друга, однако для нас первостепенное положение занимает Вани Гоура. Ведь мы сейчас не способны видеть Бхагавана, чувствовать его, общаться с ним, разговаривать с ним. И, конечно же, нам кажется более практичным заниматься материальными делами. Бхагаван хотел
Последние два дня мы разбираем слова Бхагавана, когда он объясняет, что лишь благодаря общению лишь благодаря сатсанге демоны смогли достигнуть моей лотосной стопы. Насколько уникальна сатсанга, насколько она могущественна, какое чудо она может сотворить. Благодаря сатсанге, через сатсангу, посредством сатсанги мы можем соприкоснуться с абсолютной истиной. Как я уже говорил, что ж говорить о людях, даже птицы и животные, услышав Кришна нам или вам Шатхани, флейту Кришны, обретали прему. Вспомните, несколько лет назад мы говорили о Венугите, о том, как там описывалось, как маленькая птичка сидела на ветке дерева, но, услышав флейту Кришны, она прекратила клевать листья дерева. Забыла обо всем. А телята, которые больше всего на свете любят молоко, переставали пить молоко из имени своих коров-матерей, своих матерей-коров. Они прекращали пить молоко, услышав вамшитхани, и так навостряли свои уши, все всячески пытались направить уши по отношению, по направлению к звуку. Так, будто бы в уши им вливалась раса, какой-то нектар. Таким образом, Бхагаван раздавал амриту, нектар, через вамшитхани. Даже животные, которые, чье сознание спит, начинали ушами пить нектар вамшитхани, флейты Кришны. Этот стих из Брахма Самхиты, в котором говорится. Что такое Шабда Брахман? Шабда Брахман, по желанию Кришны, также приходит в этот мир через вамшитхани. Вокруг, то есть нас окружают различные звуки, но почему же они не производят революцию в наших сердцах? Почему они не создают такие реакции в нашем сердце, как какие способны произвести Шабда Брахман, флейта, музыка, мелодия флейты Кришны? Then it is taking a very excellent power. So you can hear Krishna Nam here and there. Who told you not to hear? Когда мелодия, когда Кришна играет на флейте, мелодия производит
несравненные реакции в сердцах всех, кто слышит ее. И становится для всех и каждого очевидно, что эта мелодия нематериальна, это нематериальный звук. Это и есть Шабда Брахман. Именно поэтому сатсанга настолько важна. Мы можем сказать, что санкиртана также очень, то есть, важнее, да. Санкиртана занимает высочайшее положение. Она среди всех видов преданного служения занимает лидирующее положение. Но нама санкиртана, для того, чтобы услышать нама санкиртану, нам необходимо прибегнуть к помощи гуру и вайшнавов. Необходимо гуру и вайшнаву, чтобы мы услышали нама санкиртан, святое имя. Знаменитые демоны смогли достигнуть мои лотосные стопы при помощи сатсанги, говорит Кришна. Если наша сатсанга полноценна, если хотя бы раз в жизни мы по-настоящему видели Прабхупаду, и если мы услышали, если кто-то услышал хотя бы пару слов из его уст, я думаю, что такой личности не нужно получать инициацию, поскольку он уже получил ее. Я написал небольшую книгу, в которой описывается Балла-лила Прабхупады. Детство, детские игры Прабхупады. Но у меня постоянно нет времени, еще столько нужно все сделать. И если Ямарадж сейчас придет ко мне и скажу, простите, сейчас у меня нет времени умирать. Так вот, история. Я был настолько удачлив говорить Харикатху в Чайтанья Матхе. Там сидели Матаджи в одной стороне, с другой стороны мужчины, и между ними... то есть была такая история, что Прабхупада говорил Харикатху, слева сидели мужчины, справа женщины, а напротив было пространство, и через него приползла, то есть по нему приползла змея и встала напротив Прабхупады, и будто бы стал слушать. Все преданные испугались, а Прабхупада сказал: не пугайтесь, не обращайте на него внимания, все хорошо. То есть к чему я говорю об этом? К тому, что даже змея пришла послушать Шабда Брахман. В те дни не было всего того, что есть у нас. Сейчас есть и кондиционеры, самолеты, все что угодно. В те времена не было ничего. У преданных не было даже элементарного. Если я вам расскажу, как жили во время проповеди Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж, мой Гуру Махарадж, вы многого не знаете. В Гакул Матхе
Приходилось им терпеть огромные лишения. Однако баджан преданных в те времена был очень сильным. Но теперь все изменилось. Вся ситуация нынешних дней осквернена. Шабда-браман крайне редок. Именно поэтому в наши дни встает огромный вопрос о чистоте намахаты, потому что шабда-браман не может прийти в грязное место. Есть сейчас полно денег у преданных, полно... Преданные пользуются уважением по всему миру. И даже женщины массируют стопы саньяси. Но, несмотря на все отступления, лидеры считают, что они совершают бхакти. Но на самом деле можно сравнить, их можно сравнить со слепцами, которые идут на ощупь. Солнце разошло. Прабхупада говорил Харикатху. Было очень много преданных, собралось много преданных, все слушали, и некоторым не хватило места, чтобы сесть, и им пришлось стоять. After the Harikatha is over, one man discovered he was just catching the tail of one snake. Fact is fact. Кто-то опирался на дерево. I have no time. И, а после Харикатхи один преданный, он настолько внимательно слушал, что понял, что обнаружил, что он опирался на хвост змеи, то есть на... Но змея его не укусила, потому что все это время звучал шабда-браман. Трансцендентная Харикатха из уст Прабхупады. И это не какие-то сказки, это действительность, это действительно история, это действительно произошло во времена Прабхупады. И такая история, эта история подчеркивает важность Харикатхи. Настоящая Харикатха вскрывает наши пороки, поэтому не каждый хочет слушать ее. So I am 100% sure that Nityananda can do the rest. The rest Nityananda. So I am not going to apply my force or money power. I have no, never. If purposely like to send something, okay, they can say, can use it. I am not feeling any dissatisfaction. I am not suffering from any shortage. Я сейчас не испытываю неудовлетворенности, я не страдаю от того, что у меня чего-то нет, потому что мой Гуру Падма дает мне все необходимое. Итак, из всего вышесказанного вы можете понять, насколько важен Шабда Браман. One devotee coming, running. Baba, one small boy fall down into fire. Однажды один маленький, один ребенок упал в огонь. Преданный прибежал к Прабхупаде и сказал об этом. Он ответил, Прабхупад заплакал и сказал, там, где звучит Харикатха, не может случиться ничего страшного, не может возникнуть никаких...
не может возникнуть никакой беды. И правда, когда этот преданный подошел к ребенку, ребенок был цел и невредим. С ним абсолютно ничего не случилось. Я знаю, что вам сложно в это поверить, но когда у вас появится вера в Шабда-Браман, когда вы обретете стопроцентную веру в Гуру и Вайшнавов, только тогда вы сможете произнести настоящий Харинам. И никак не прежде. Если я приму какую-то падшую дживу, как своего гуру, как образец, как идеал в своей жизни, что может с этим поделать Бхагаван? Ну, какой баджан я смогу совершать под руководством такой личности? Поэтому так необходимо обратиться к изначальному источнику, а этот изначальный источник может принять абсолютно любую форму. Никто не может сказать, что в нашей жизни не может прийти в настоящий саду. Потому что Бхагаван может творить чудеса. Почему такой падший человек, как я, пришел к лотосным стопам Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа? Никто мне не проповедовал о его славе. Да, я молился Нитьянанде, но чудо, то есть так или иначе чудо произошло в моей жизни. Таким образом, мы не безнадежны, и говорится, что даже телята смогли обрести высшее благо благодаря тому, что услышали мелодию флейты Кришны. Итак, Шабда-Браман невероятно важен, потому что лишь благодаря ему мы можем соприкоснуться с Апракрита-Джагат. И нет другого способа сделать это, кроме Шабда-Брамана. Таким образом, мы полностью должны положиться на него, прибегнуть к его помощи, принять у него прибежище. Именно поэтому так важна сатсанга. Неспроста Удава говорит, Бхагаван объясняет возвышенное положение сатсанги Удавья. Если вы обретете такую сатсангу, вы получите все. Так вот, ни птицы, ни животные не получали инициации, но смогли обрести высшее благо, смогли обрести прему благодаря Шабда-Браману. В связи с этим Бхагаван говорит Удаве, существует два процесса. При помощи первый процесс подразумевает под собой поэтапное развитие, поэтапный прогресс. Procedure in gradual course you will have to go up.
при помощи которого мы сможем постепенно прогрессировать. Сможем постепенно осознавать, что наше существование в материальном мире бессмысленно, что все, что окружает нас, не имеет значения для нас. До тех пор, пока мы не почувствуем, не поймем, что нам необходим кто-то, кто поможет нам, кто-то извне, кто освободит нас, пока мы не осознаем, что мы тонем в океане Майи, пока мы не почувствуем свою беспомощность, мы не сможем предаться. Не так ли? Мы сможем предаться, лишь когда почувствуем, что как бы мы ни старались, у нас ничего не получится, что мы не можем положиться, что нас не защитит ни наш счет в банке, ни наши родственники. Защитит лишь возвышенный преданный. А пока мы удовлетворены своим существованием в этом мире, мы можем и получить дикшу, но она не будет подлинной. Потому что не будет в таком случае у нас предания. А предание — это корень дикши, то есть это то, что то, благодаря чему дикша может свершиться. Так, принять прибежище. То есть, прежде всего, мы должны почувствовать беспомощность своего существования, свою безнадежность, понять, насколько бессмысленно все, что нас окружает. А затем, повстречав чистых преданных, ощутить смирение. К примеру, если вы увидите перед собой Гималаи, огромные, колоссального размера Гималаи, вы почувствуете свою ничтожность, свое незначительное, насколько вы малы по отношению к ним. И, естественно, у вас пробудится смирение. И точно так же по отношению к вайшнавам. Мы должны начать, у нас должны появляться вопросы. В этой шлоке ясно говорится. Анади Ниданам Брахма есть шабда. То есть Бхагаван проявляется в форме звука. Прежде всего был звук Ом. Затем из него возникли другие звуки. Вамшитани также, как я уже сказал, является шабда-браманом.
Итак, Бхагаван говорит Удаве: «Удава, ты можешь следовать по этапному пути развития. Прежде всего, понять, что этот материальный мир в действительности бессмысленен. Почему люди так заняты мирскими делами? Потому что они видят их ценность, они видят ценность материи. Но как только мы поймем ценность Бхагавана, ценность преданных, тогда, именно тогда мы побежим за ними и прекратим бегать за материей. Итак, как правило, материалисты хорошо осознают ценность денег, ценность взаимоотношений между материалистами, то есть между себе подобными, ценность золота, ценность славы и так далее. И они бегут за этим, бегут с самого рождения по сей день. Но наступит день, когда им придется остановиться и задуматься, кто я и почему я оказался в этом состоянии. Итак, Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве: ты можешь следовать по этапному пути развития. Прежде всего, принять прибежище саду, получить у него дикшу и постепенно развиваться. Но существует другой процесс, уникальный процесс. Этот процесс не что иное, как саду-санга, которая способна сотворить чудо. Что в этом стихе подразумевается под сарва-сидхья? Даже, то есть тут говорится, что даже прему, которая необыкновенно редка, можно обрести при помощи саду-санги. Даже Брахма, Шанкар стремятся к преме, но никак не могут ее обрести. Но саду-санга должна быть высшего порядка. То есть такая саду-санга возможна лишь с преданным высшей категории. Но мы, что касается нас, мы должны следовать по этапному процессу. У нас нет никакого права. Игнорировать дикшу, переступать через нее. Мы должны постепенно, прибегнув к помощи Гуру Парампары, развиваться в бхакти. Это и есть вайди-марг, то есть следование всем правилам и предписаниям, которые даны нам шастрами. Точное следование всем шастрам, всем правилам и предписаниям шастр. Следование с твердой верой. Если вы будете просто следовать наставления, просто следовать правильным предписаниям, не имея веры,
это не даст желаемых результатов. И предположим, вы преодолели благодаря своей практике тот уровень, когда совершаются 10 оскорблений святого имени. После него, после преодоления этого уровня, вы почувствуете силу и разовьете такое умонастроение, что в один день почувствуете, что больше нет необходимости следовать строгим правилам, предписаниям, и теперь у вас есть естественное побуждение служить Господу в соответствии со своими чувствами, с бхавой. Это и есть рага-марг. То есть те, кто строго следует правильным предписаниям, в один день начнут служить Бхагавану, выйдя за рамки всех правил. И Бхагаван с радостью примет их служение, но примет тогда, когда вы достигнете такого уровня, не сейчас. Как мы говорили прежде, когда вы приходите в Дхаму, необходимо побриться. То есть мы говорили о преданных, когда преданные приходят, пришли в Джаганнатхапури, существует такое правило, что когда паломники приходят в Пуршоттамакшетру, они должны побриться, должны принять омовение, а затем пойти в храм Джаганнатха и получить его даршан, и только потом принять прасад. Но преданные, которые пришли из Бенгала, не последовали этим правилам. Они получили даршан Махапрабху, а затем получили даршан Сударшана чакры на вершине храма Джаганнатха и начали принимать прасад. Царь Паратапарудра недоумевал, почему они так нарушают правила. Но в действительности сейчас, пока мы находимся в обусловленном состоянии, Бхагаван пытается помочь нам при помощи правил и предписаний шастры. Но в Гите говорится, что если вы прошли все веды, изучили их, но так и не смогли увидеть меня, говорит Господь, какой смысл в этих, в вашем чтении, в вашем изучении? Так вот, это и есть вайди-марг. То есть вайди-марг преследует цели урегулировать поведение, урегулировать устремление материальных чувств дживы. Так вот, как мы уже говорили, что ответили преданные? Эти правила даны шастрами. Шастра — ничто иное, как сам Господь. Но в случае с преданными, пришедшими с Бенгала, они получили даршан самого Махапрабху. Перед ними непосредственно стоял сам Господь. Так кому же они должны были следовать? Должны ли они следовать наставлениям шастр или следовать наставлениям самого Господа, Шри Чайтани Махапрабху, который приказал им принимать прасад немедленно? Сатсангена хи дуйтая яту дхана
мригаха хага гандарва апсарасу нагаха сидхьяс чарно гуджакаха виддадхара манусейшу вайшаха шудраха стриё антаяха раджастама пракратаю тасмин тасмин джуге анага бахаву матпадам пратта бахаву матпадам пратта ташто кая дхавадаю Бришапарвабалирванамаяшчату вивишанаха Шугривахануманрикчо гожо гриддо ванико патаха Вядаха кубжабрьегоппо ягьяпатностатапари Тенадхита сутигана нупасита махаттамаха Абрата тапта тапаса тапаса Сатсангятма мупагатаха Only by сатсанга they got me. So Bhagavan wanted to show there is some exclusive way. There is some exclusive way, by the help of which. Итак, Бхагаван говорит о альтернативном пути, благодаря которому самые страшные грешники смогли достигнуть его лотосных стоп. Демоны, которые никогда не изучали Веды, Веданту, которые не следовали вратам, которые не совершали совершенно никаких аскез, смогли чудесным образом достигнуть его лотосных стоп. Итак, этот альтернативный путь не что иное, как сатсанга. Они приняли Шабда Брахман благодаря саду санге. И садхусанга произвела такую огромную, такую революцию в сердцах, что им не было необходимо получать дикшу, не было необходимости в получении дикши в их случае. Орел Джатаю, олени, птицы, которые встречали Махапрабху. Все они обрели прему без дикши. Бхагаван Си Кришна wanted to speak to Uddhava. Те надито сатигана нупасита махтамаха абрататтапта тапаша сатсангьятма мупагатаха кевалам хи бхавена гуппо габо негамигаха. They have no intelligence. They are driven by their natural instinct. У животных нет разума. Они живут инстинктами. Их сознание спит. Они не осознают, что передо мной саду и должен предложить ему что-то. Я должен омыть стопы вайшнава. Ну, как я уже сказал, в Венугите сказано. Мрига, то есть олени женского пола, проводили арати Кришне, глядя на него. У них не было, у них нет ни рук, ни ног, и однако они проводили арати глазами. Они, несмотря на то, что они животные, они совершали арати гораздо более на гораздо более высшем уровне, чем это делаем мы. И арати смогло привлечь Кришну.
В их сердцах проявилась бхава, особое чувство, несмотря на то, что их разум спал, их сознание находилось в спящем состоянии. Они смогли достигнуть моих лотосных стоп, говорит Господь. But still, it's Sri Krishna speaking. They have done yoga, even which is not possible to get through yoga, shanchagyan, or donation done, astrogian finances, or through yagya, or you can explain shastra to somebody. Or you are daily, you are reading Vedanta, which is called Shaddhai. Shaddhai means those who are pure Brahman, and those who are pure Brahman and Vaishnava, they usually daily recite Vaishnava и Брахманы ежедневно устраивают чтение Бхагаватам. And they are speaking. It is their Shaddhai. Shaddhai means to satisfy Bhagavan, they recite. Они делают это для того, чтобы удовлетворить Бхагавана. Их может никто не слушать, но они делают это. Когда я жил на Сурьякунде, я по много-много часов, по 6, по 8 часов ежедневно читал Шримад Бхагаватам. И это была моя садхея. Я получал удовлетворение от этого и хотел доставить удовольствие Бхагавану. Меня абсолютно никто не слушал. Слушали лишь деревья, птицы. Так вот, даже такое чтение, не строгое следование всем вратам и никакие другие процессы не гарантируют достижения моих лотосных стоп, говорит Господь. В то же время есть ракшасы, которые благодаря общению с Хануманом достигли моих лотосных стоп. Почему Рамачандра подружился с Чандалом? Это описано в Рамаяне. Как смогла Шабари, которая, чье происхождение было очень низким, абсолютно необразованная, она служила Рамачандре. Сам Рамачандра пришел в ее дом и принял ее служение. Так вот, такое возможно благодаря естественному процессу, процессу второго рода.
До тех пор, пока мы сражаемся с правильными предписаниями за лабху, пуджу и пратиштху, мы получим не то, что ровным счетом ничего, а не то, что ноль. Мы получим негативные результаты. Отсутствие результата — это еще неплохо. Плохо, когда мы получаем негативные результаты. All rules and regulations set by your temple committee is just like poison to me. What you say, Maharaj? Правила и предписания, созданные вашим комитетом управления храмом, для меня все равно, что яд. Что вы говорите, Махарадж? Да. Я говорю это. Такое можно... Так можно сказать, если... Это можно сказать тот, чье сердце полностью устремлено к Господу. Кто-то может не ходить на арати, его будут оскорблять, то есть критиковать за это, но в сердце он может наблюдать арати. Мы просто физически приходим на арати, физически поем киртан арати. А он созерцает это арати внутри сердца, созерцает по-настоящему, а мы на него можем ругать его, почему этого не посещать арати. Так вот, такие преданные, ведомые любовным настроением, любовной преданностью Господа, желанием совершать ему служение. Пару дней назад я читал шлоку, в которой Бхагаван объясняет, что он чувствует себя гораздо более, то есть он гораздо более доволен служением тех, кто служит ему не по правым предписаниям, а ведомой естественным позывом, любовным стремлением служить. Вот эта шлока. Бхагаван говорит, когда ты откажешься от правил и предписаний, то есть когда ты превзойдешь их, ты почувствуешь естественное стремление служить мне. Да, все правила и предписания даны мной, говорит Господь. Однако, Удава, если ты превзойдешь их, твоя любовь достигнет таких высот, когда ты захочешь, и ты захочешь служить мне по-своему, я с радостью приму такое служение. И такое служение доставит мне гораздо больше удовольствия, чем служение в соответствии с правилами и предписаниями. Бхагаван говорит, я провозглашаю, мы не отличны друг от друга. Ты не отличен от меня, а я от тебя. То есть этими словами он утверждает, что Удава не меньше, чем я, говорит Господь.
я знаю, ты любишь меня. Но ты должен понять, что существует несравненный путь, любовного служения. Если ты пойдешь по нему, тебе нет необходимости следовать йоге, гьяне и другим процессам. Этот путь мне дороже всех остальных. Этот путь нравится мне больше других. Гуру Падма часто повторял, Браджаваси не изучали шастры. У них не было гуру. Они сами не понимали, почему так сильно любят Кришну. Они любили Кришну, но не понимали, почему. Итак, Господь говорит, Браджаваси обладают естественной любовью ко мне. Мать, естественно, то есть матери не нужно учиться любить своего ребенка. Да, в наши дни подобное происходит, потому что век Кали. Материальные матери, то есть что происходит сейчас, они, мы видим, ну, то есть постепенная деградация повсюду, но говорится, что мать, естественно, любит свое дитя. Ей этому учиться не нужно. Точно так же гопи обладают естественной любовью к Кришне, и им этой любви учиться не нужно. В их жизни нет ни правил, ни предписаний. И теперь Бхагаван говорит Удаве. Удава очень внимательно слушает его. Вспомните, Удаву послали во Вриндаван примерно год назад, и мы говорили о Удава Самвате. Бхагаван очень тактично послал Удаву во Вриндаван для того, чтобы он смог узнать о сокровенной любви гопи. Он знал, что гопи возвышенные. То есть Господь очень почитал Удаву, но думал, я не могу, мне нестерпимо то, что он не знает о любви гопи ко мне. То есть это была своего рода милость Кришны к Удаве. Именно поэтому он послал его во Врадж. И впоследствии он понял, что это милость. То, что ты послал меня во Вриндаванадхаму, было высшей милостью, которую я получил за всю свою жизнь. Ты отправил меня в Вриндаванадхаму для того, чтобы я встретился с Браджа-гопи. Это было самой огромной милостью. Ты так, с такой тактичностью отправил меня туда, сказав, что я должен объяснить гопи, что им нечем сокрушаться, что я должен просто пролить на них свет знания, чтобы успокоить их. Так вот, кроры таких, как я, кроры таких удавов, могут учиться у Браджаваси. Ты, конечно же, хотел меня одурачить тем, что
Чему я их могу научить? Они мои учителя. Я считаю себя необыкновенно удачливым, потому что смог встретиться с Гопи, смог побывать во Вриндаване. И, конечно же, очевидно, что Удава полностью осознал настроение Гопи. И таково было желание Кришны. Кришна пожелал, чтобы Удава посетил Вриндаван, и там, благодаря встрече с Гопи, познал сокровище их любви. Если бы Удава не смог осознать трансцендентное положение Бриджаваси, он бы и не стал говорить все вышесказанного. Итак, Удава достиг настоящего успеха. Он по-настоящему постиг возвышенное положение Гопи. Итак, сейчас мы подходим к последним моментам Кришны в этом мире. Бхагаван Шри Кришна вновь напоминает Удаве. Я знаю, Удава, тебе сложно в это поверить, но когда меня увезли в Матхуру, когда Сафалкананда Накрура увез меня в Матхуру, во Вриндаване сложилась очень накаленная ситуация. Душераздирающая ситуация. When I was taken to Mathura, because by the order of Kamsa, Safalkanandan, Akru, he came here in Vrindavan. Came in the sense I'm in Vrindavan. That's why I say same thing, same mood. When Shukdev Goswami is speaking, that all Brajagosika Ajagama. Когда Шукадева Госвами называет Браджагопи Аджабрама, когда повествуя о Расалиле, он называет Гопи Аджабрама, то есть все они пришли к Кришне, уже достигли Кришну. То есть он не говорит в текущем времени, он говорит, что они уже достигли.
Those gopikas or Vrajavasi, they are tremendous love here. If you come there, гопи Браджаваси испытывают такую любовь к Кришне, что даже если им перережут горло, они продолжат воспевать имена Кришны. Как вспомните, о чем говорит Харидас Такур, когда его избивали на базарных площадях, безжалостно били. Он сказал: даже если я умру, если вы разрубите меня на кусочки, я не прекращу повторять харинам. Каждая частичка моего тела будет воспевать имена Кришны. Можете представить? Если когда-нибудь вы сможете осознать настроение Харидас Такура, вы достигнете высшего блага. Когда Хануманджи повторял имена Рамачандры, волосы на его шерсти, его шерсть вставала дыбом. Шрила Бхактипрама Пури Госвами Махарадж, Шрила Вамана Госвами Махарадж, они испытывали такую же прему в их артериях, в их венах, текли имена Кришны, то есть каждая частица, каждая клетка их тела воспевала святые имена. Понять настроение Радхарани сложно, когда Радхарани прославляет чудесное положение Харинама. Понять ее слова понять непросто. Но, то есть, все прославляют Харинам, но мы не можем, так и не можем понять его возвышенное положение. Почему это происходит из-за наших оскорблений? Но наступит день, когда мы поймем, почему Радхарани, рыдая, прославляет Харинам, почему она произносит эти слова. Сакхи, что мне делать? Язык тянет меня в одну сторону, глаза в другую, уши в третью. Меня раздирают мои же органы чувств. Радхарани жалуются Лалите. Кришна нам, красота Кришны. То есть все мои органы чувств раздирают меня в разные стороны в поисках красоты Кришны, и я умираю. Если запрячь 6-8 лошадей к одной колеснице, в одну колесницу, под разными углами, то есть в разные стороны, направив их и начинать бить их, они просто на части разломят эту колесницу, потому что каждый из них побежит в свою сторону. Именно такое состояние испытывает Радхарани, и об этом она говорит в этой штуке. This is not the question of our feeling at present. So Bhagavan speaking, Ramin Swardham Mathuram Pranite Safal Kina Mayu Anurakta Dhyaya. They are all
not only thinking all their activities or everything for me. They're absorbingly in my thoughts. Кришна говорит, гопи погружены в мысли обо мне. Все, что бы они ни делали, они делают ради меня. Можешь ты себе представить, когда Акрура забрал меня в Матхуру, что происходило с Браджадхамой? Что происходило с гопи? С моей мамой, с моим отцом, да даже с деревьями, да, с коровами, с птицами. Все рыдали. Все рыдали в разлуке с Кришной. Кришну забрали. Кришна ушел. Несмотря на то, что Кришна уверял их, я скоро вернусь. Они не верили. Если кто-то своровал драгоценнейший камень, если кто-то смог унести его, поверим ли мы, что он вернет его назад? Как британцы своровали один драгоценнейший камень, и хоть и обещали вернуть, до сих пор этого не произошло. Так вот, Кришна, драгоценнейший камень, с которым не может сравниться никакое сокровище. И когда увозят такое сокровище, разве можно поверить, что кто-то вернет его назад? Нет. Итак, сердце Браджаваси разрывалось. Они рыдали. Они на коленях молили Акруру не увозить Кришну из Вриндавана. В отчаянии они бросались под колеса колесницы. Они говорили, переградив дорогу, если ты уезжаешь, тебе придется проехать по нам. Я посещал эти места во Вриндаване. Там гопи преградили дорогу колесницы своими телами. Если ты хочешь покинуть Вриндаван, тебе придется проехать по нам. So anyway, try to realize all each and every point. Итак, постарайтесь осознать все, о чем я сегодня говорил. So, I started with the shlok. Сегодня я начал с шлоки. Janasya Krishna Devimukhasya Daivad Adharma Silasya Sudukhistasya Anugrahayeho Charantino Nam Bhutani Bhavyani Janardanasya Jeva Maishe Kitasauhidartha Janesho Dehantarabhartikesu Gehesu Jayatma Jarati Matsu Na Priti Yukta Javadartha Chaloke Vanchakalpadurvashya Kipasindibhavya Patitanang Pavana Bhavishna Phyo Namo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Кришна Кришна Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари 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 Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Panchakalpa.